Авторадио. Добрый день, мистер Шварценеггер. Мы представляем радиостанцию Авторадио, утреннее шоу «Мурзилки Лайв». И, конечно же, наша многомиллионная аудитория, это действительно так, вот, имеет много вопросов, да, имеет много вопросов к своему кумиру. Первый вопрос про фильм, который вы презентуете здесь, в России. Название фильма «Возвращение героя» и, соответственно, «Возвращение легендарного Арни на большой экран». Вопрос такой. Это простое совпадение, что называется фильм «Возвращение героя» или нормальный голливудский расчет? I think all of the above. Go ahead. И то, и другое. Because I think that it is a coincidence. The character that I play. Но это совпадение. Мой герой — человек уязвимый, и он чувствует, что серьезным преступникам он не может противостоять. И именно поэтому он соглашается стать шерифом такого маленького провинциального городка. Но неожиданно на этот город нападает настоящая банда, вооруженная до зубов. И этому шерифу приходится заглянуть внутрь себя и вытащить из себя того героя, которым он когда-то был, чтобы защитить свой городок от негодяев. So it is the comeback in the way of an action hero, but Hollywood, of course, you know, thinks right away, wait a minute. Первоначально это был сценарий, но Голливуд есть Голливуд, и ребята подумали, Арнольд ведь тоже возвращается, почему не совместить и не отразить это в названии? Да, кто же будет играть? А, Арнольд, конечно, он же возвращается. В принципе, сценарий, когда ты читаешь, ну, ничего, скажем так, цепляющего вроде бы нет изначально, да. Ну, достаточно банальный сюжет. Банда прорывается в Мексику, да. Криминал пробивается в Мексику. Вот что именно Арнольда зацепило, да, больше всего. То ли работа с корейским режиссером, либо, естественно, что-то там в сценарии было, да, что это юмор там, да, может быть, что-то другое. Либо просто Арнольду так хотелось работать, что он готов был схватиться вот за эту роль, то, что ему первое предложили. То есть, another... point, and that is, it was one of the traditional underdog stories. Но есть еще один нюанс. Это фильм об аутсайдере, который снова выходит на авансцену. Это человек, у которого впереди ничего, кроме пенсии, и никто ничего особенного от него уже не ждет. Даже ФБР не желает сотрудничать с ним. Вот это меня и привлекло. История аутсайдера, которому суждено показать, что есть еще порох в пороховнице. Но есть и второй момент. Мне было интересно поработать с корейским режиссером. И есть еще третья причина. Мне хотелось поработать в боевике высокого уровня, который вызвал бы интерес по всему миру. Наш зритель привык, что вы являетесь главным героем в картине, по крайней мере, так оно, то, что показывали у нас в стране. И после окончания политической карьеры вы появились в фильме, скажем так, играя роль второго плана. Это было для вас все-таки вот больше как репетиция перед этим боевиком или нужно было вот вкатиться в кинематограф как таковой? Ну, по поводу «Неудержимых» и вот «Неудержимых 2». I think you're absolutely correct. I think it is because I felt that, first of all, Sylvester Stallone... Вы совершенно правы. Когда Сильвестр Сталлоне, которым я просто восхищаюсь, предложил мне сняться в первом фильме «Неудержимые», я тогда еще был губернатором, и мое участие в съемках заняло всего 4 часа. Но когда к фильму пришел успех и решили снять вторую часть, Сильвестр сказал, «Может, ты уделишь нам не 4 часа, а 4 дня?» А я уже не был губернатором и решил, а почему бы и нет? Ответственность за фильм лежит на Сталлоне, и я принял участие в съемках. А уже потом я снялся в картине «Возвращение героя». Вы как экс-губернатор могли бы ответить на такой вопрос. Вот история, которая стала основой для фильма «Возвращение героя». Возможно ли такая вообще история в реальности, например, на территории штата Калифорния? Anything can happen in reality. В реальной жизни может случиться что угодно. Господин Шварценеггер, у вас отличная обувь. И насколько мы знаем, у вас есть большая коллекция этой обуви. Правда ли говорят, что даже есть специальный охранник, который охраняет эту коллекцию? И сколько она стоит, по вашему мнению? First of all, I do love shoes as much as I do love clothes. Да, мне нравится хорошая обувь и вообще хорошая одежда. Есть много вещей, которые я люблю и коллекционирую. Это военные автомобили, часы, мотоциклы, изображения черепов.
Ну и только одна большая просьба. У нас еще отдельный привет слушателям Авторадио, как от человека, который управляет всеми видами техники, для тех людей, которые водят автомобили в России. Для меня очень много значит то, что я снова в Москве и представляю здесь свой фильм «Возвращение героя». В фильме потрясающие автомобили, которые устраивают сумасшедшие погони, яростные и захватывающие трюки, которые исполняют молодые парни. И вот вместе с ними в этих сценах участвую и я, прям как настоящий каскадер. Это очень круто. Я приглашаю всех слушателей Авторадио присоединиться к общему просмотру. There's all kinds of great action. Авторадио. Авторадио.